Девочки, а сегодня я вам расскажу историю из моего архива, связанную с программой «Жертва». Сейчас бонусная идет история по работе, групповой работе с этой программой. И я вижу, что после информационных постов люди притихли и боятся признаться себе, что она существует, эта программа, что якобы... Чего это я буду в жертве-то находиться? Но хочу сказать, что эта программа, она такая вредная программа. Это единственная программа, за которую необходимо следить, отслеживать всю жизнь. Это вот действительно так. Ее бесполезно сразу человек думает, что раз ее можно с ней поработать, раз и все. Нет. С этой программой действительно необходимо не то что работать, раз поработать, а потом уже отслеживать ее всю жизнь, в течение жизни, признаки. Она может ворачиваться, если человек позволит, и на самом деле она, конечно, выгоды от ее нахождения в человеке, в этом состоянии, программа – это состояние, вот, и шаблон такой, по которому человек ходит. И смотрите, этот шаблон обязательно имеет выгоду для человека – ничего не делать. И он находит обстоятельства, которые или людей, которые якобы ему мешают, или он там сдерживает рост, или что. У меня много примеров, но сейчас скажу один пример с болезнью связанной. Если говорить про людей, которые любят болеть, то хочу сказать сразу, что эти все люди имеют эту программу. Абсолютно все, потому что болезни нет, и человек, который позволяет себе болеть, он имеет выгоду. И у меня был такой случай, ярко выраженный, когда я работала в духовном центре, и ко мне обратился мужчина с врожденной патологией, не буду называть болезнь, не буду называть мужчину имени, но он на инвалидности был с детства. Он просто обратился ко мне: вы можете мне помочь? Я говорю: ну, давайте будем работать, а там посмотрим. После 3 сессий у него пошли изменения. То есть сначала ему был процесс очищения, и он вроде как испугался, но я его вела, так корректировала и выводила из этой программы жертвы. Потому что человек, рожденный с этой программой, то есть он опыт врожденный имел уже, и он шел всю жизнь, а ему было около 40 лет. Естественно, 40 лет он каждый день жил с этой программой. И другого у него не было шаблона, ни поведения, ни образа жизни, ни образа мыслей. И, естественно, пришлось с ним работать хорошо. Была программа такая серьезная, тем более, что болезнь по мнению современной медицины неизлечима. И я просто взялась как... Ну, посмотреть, как это будет. Потому что это благотворительная была акция. Я ему сразу сказала: это благотворительная акция, и посмотрим, как вы справитесь с ней. Не я, а вы. Что вы думаете? Процесс очищения, когда прошел, и буквально на следующий раз, когда уже стало, ему стало хорошо. Через 3 недели ему стало лучше. То ему стало получше, потом стало еще лучше. Я воодушевилась, думаю, ну это же вообще с такой болезнью, и вот у него такие это. Он вообще даже как-то сам воспрял духом, и у него глаза заблестели, и он как-то увидел впереди какое-то будущее. И вдруг он мне звонит и говорит: Ольга, вы меня извините, но работу мы прекращаем. Я была вообще в шоке. Я говорю: почему? Говорю: что за причина, вам же стало лучше. А он говорит: а женщина, с которой я живу, мне сказала: если ты будешь вот и дальше, тебе будет лучше, у тебя снимут инвалидность, я с тобой жить не буду. Вот понимаете, просто вот так человек, я говорю: а вы-то здесь при чем? При чем здесь эта женщина и вы? У вас же есть возможность вообще выйти на другой уровень, и он... А она, видать, ему расписала такие условия, что вообще кому ты будешь нужен и все такое прочее.
Я говорю, ну послушайте, сейчас можно же и в интернете работать. Я вам свой ноутбук подарю. У меня несколько ноутбуков. Я вам один ноутбук подарю и найду курсы, которые у вас будет будущее. Вы сможете себе обеспечивать. Здравствуйте. И вы знаете, это его вообще не вдохновило. Он, я говорю, вы подумайте, пожалуйста, потому что второго такого предложения я делать не буду, вам уже не предлагаю. Вот неделю вам на раздумье, после недели я не буду уже с вами работать. Но он так и не позвонил. Понимаете? Но это программа жертва. Ну нет, если бы он поменялся бы, да? Конечно. Если бы поменялся, к нему пришла бы другая жертва. Конечно, но... Это бы ушло, он бы ее отпустился спокойно, и все, и пришел бы другой человек. Конечно. Второй сюжет – женщина. Ну, женщинами можно вообще, тут, знаете, целую книгу писать, потому что женщины очень любят эту программу, и они ее очень так красиво используют, ну, как и все программы, деструктивные и ресурсные. Вот. Значит, женщина, которая вышла замуж, и несколько лет она хорошо жила в браке, ну, как хорошо, она просто проживала с мужчиной, который ее обеспечивал. У них был ребенок, и все было вроде как хорошо. Пока не начало все расстраиваться вдруг, потому что ребенок вырос. И она чувствовала свою как-то ненужность и начала срываться на всем. А мужчина-то рос. Рядом с ней она сидела, мужчина рос. И она вот в этом во всем не видела для себя будущего, потому что мужчина, муж, он вырос, в свою карьеру построил, он изменился, он был не тот уже, что в начале жизни. И естественно, он видит, что женщина рядом с ним никак не повзрослела, скажем так, да? И он уже к ней отношение стал именно такое иметь, как вот, ну вот, можно сказать, где-то ноги вытирать. Но потому что это она так себя чувствовала. Понимаете, это она так себя чувствовала. Она себя чувствовала, что она жертва. Когда стали разбираться, она сразу поняла, что она думала, когда ребенок вырос, она стала понимать, что ну вроде как ну, кусок хлеба ем и не свой. Вот так она прямо это озвучила. Здравствуйте. И естественно, с этой программы у нее начало изменяться сознание. Она стала накручивать себе на эту программу. А так как она не хотела признавать то, что она без роста и сидит, ну действительно, человек не, там более десятка лет эта история продолжалась. И в конечном итоге муж стал пить, драться, и потом закончилось тем, что произошел развод, серьезный развод с побоями, с оскорблениями. И эта женщина вышла из развода, ну, просто обессиленная. Ну, просто вообще. Когда, проработав эту программу, она осознала, что на самом деле это ее мысли, ее спрогнозируемая жизнь, она ее просто выстроила такой в именно в этой программе, с этой программы жертва, то она, естественно, не видела впереди пути. И все, что вокруг нее происходило, она смотрела как со стороны, с позиции жертвы, потому что она ничего не могла предпринять другого. Ей все люди отторгали, как сказать, она смотрела на людей, как со стороны те-то люди росли, и, естественно, они опору чувствовали, материальную и моральную. Когда человек растет, он чувствует материальную и моральную опору. Она этого не чувствовала. Естественно, когда вот все это произошло, и она поняла и проработала эту программу, первое, что она сказала, первая фраза, когда после тет-работы, она сказала, вообще, как будто после глубокого сна. Вышла после глубокого сна. Вот так вот эта работа работает. Но злостное качество этой работы в том, что ее необходимо отслеживать всю жизнь. Ее невозможно отработать за раз. Бесполезно. Если человек не отслеживает и не умеет ее сразу хватать за хвост и понимать, что он целенаправленно входит в состояние жертвы, он так всю жизнь и будет метаться с ней.
вот такая программа. И, конечно, я предлагаю ее проработать, научиться прорабатывать групповые раскопки в субботу, уже в эту субботу, в 16 по Москве, в закрытой группе Инстаграм. Я жду вас. Всего вам доброго и светлого. С вами я, Ольга Вера.